У каждого человека в жизни бывают переезды, а как известно, два переезда равно одному пожару. Самое тяжелое во время переезда, угадать что? Ну, конечно же, пианино. Так вот, у нас появилась небольшая необходимость отвезти маленькое такое пианино весом 200 килограмм в соседний городишко за 100 километров. Учитывая стоимость нашего пианино «Ласточка» 1972 года, который является реалитетом, как сказал его бывший владелец, все, мне кажется, должно рано или поздно окупиться. Рассказывая о породе японской акита, мы не могли не показать вам взрослых собак этой породы. Поэтому мы в гостях еще одной семьи, семьи, у которых очень много этих собак. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Когда мы говорим о пользе лопуха, ну, что мы прежде всего себе представляем? Ну, такую альтернативу туалетной бумаге, это раз. И, во-вторых, бабушку, которая прикладывает лопух то к колену для ревматизма, ну, вернее, от ревматизма, то к голове от головной боли. Еще можно сделать вот такую классную шапочку. Здравствуйте. Это программа «Вишки-корешки» на канале «Усадьба». Меня зовут Олег Радивилов. И сегодня мы приготовим варенье без сахара и роллы из лопухов. Ну и тут рецепт нам говорит, что сливочное масло добавляется по вкусу. Но все мы знаем, опять же, из народных былин, традиций, что маслом кашу не испортишь. Сюда заселились протестующие. Вот за моей спиной буквально остановились бульдозеры. И на данный момент в этом доме самая настоящая коммуна. Идеальный коммунистический город в городе. Вот она. Мечта Карла Маркса. А теперь внимание, друзья. За моей спиной здание, которое было спроектировано женщинами для женщин и построено женщинами. Здесь живут только женщины. Если тебе больше 18 лет и какая-то из жительниц этого дома пригласила тебя к себе, то ты имеешь право провести здесь не более 2 суток. Собственно, 2 дня, и мужчина здесь больше не нужен. Вот оно, царство современных амазонок. Хотите научиться разговаривать на литовском языке, везде добавляйте «с». «Столос». Вот, это барас. Барас, валерас, олегас. Олегас. Очень приятно. Ну, вообще посадка высокая. Габариты, ну, из-за того, что машина коротенькая, в принципе, похожи на автомобиль АК. Единственное, что несколько повыше. Попробуем завести. Итак, ключ на старт, как говорится. О! Как это не заведется, правильно? У нас всего заведется. Ну, с Богом!